Опа! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Короче, сегодня просто будете в шоках, потому что мне мой подписчик отправил аккаунт в городе Полтава, там, где я живу. Он мне отправил геометку, сейчас покажу, почему. Вот геометочка. Я должен идти по этой геометке в нужную позицию и забрать аккаунт. Поэтому, ребята, это будет что-то с чем-то. Прямо сейчас прожмите лайк за какой-то видосик и обязательно подпишитесь. Поехали! Ну что же, ребята, я уже сел в мой спорткар под названием Hyundai Sonata. И знаете, что самое интересное будет всего этого? Мы сейчас будем ехать туда вместе с Анеткой, но самое-самое главное то, что я не знаю, что это за аккаунт. А вдруг там Керамбит Голд, а вдруг там АВМ Трэшер Хантер, а вдруг там еще что-то прикольное. Поэтому, ребята, просто наслаждайтесь просмотром, наслаждайтесь лайк, подписочка обязательно. Все, ребят, погнали смотреть. Так, мужики, кто не видел, немного попонтуюсь, это моя машиночка. Вот так вот. Какая-то ошибка говорит. Ну ладно. Так, короче, почини. Вот это та самая метка. Нам надо приехать конкретно на это место. И именно тут искать бумажку с логином и паролем от аккаунта. Это будет очень весело. Погнали. 5 minutes later. Так, ребята, ехали мы, наверное, минут 10. И, кажись, я вижу те самые мусорки. Да, почини, это те самые мусорки. Блин, ну главное, что знакомых не было, потому что я раньше жил в этом микрорайоне, и, честно говоря, немного неловко. Так, все, ладно, выходим с автомобиля. Короче, мужики, мы приехали на метку, и знаете что? Аккаунт находится на мусорке. И, блин, я уже видел двоих своих знакомых. Честно говоря, немножко стыдно, пацаны. Надеваем капюшон. Если что, я не я, хат не моя. И при том, люди из окон тоже смотрят очень подозрительно, что они там ищут. Все, пацаны, погнали искать, погнали искать. Блин, даже не знаю, с чего бы начать. Ё-моё. Ну, я думаю, вряд ли он мусорку прятал бы. Правильно, прям внутрь. Короче, ребята, чистый ютубер-миллионник. Так, блин, я даже не знаю, с чего бы начать. Но я думаю, он бы вряд ли бы прям внутрь мусорки прятал, да? Я думаю, где-то должно быть сбоку, снизу. Блин, пацаны, честно говоря, как стыдно. Ну, хотя пофиг, пацаны, я на ютубе не такое снимал. Так, ничего нема, никого нема, никого нема. Слушай, надо, короче, все. Опа, что это такое? Какая-то петарда. Не, пацаны, идемте дальше. Так, тут тоже ничего нету. Мне кажется, может быть, внутри этих штук. Надо их проверять. Так, нету, 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 нету. Да, 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 мы нашли. Да, мы нашли. Все, бегом в машину и уезжаем. Короче, ребят, я вот сел в машину, и я даже не проверил, а что это за бумажка? Вдруг там вообще не то? И я прямо сейчас эту бумажечку открываю, ребят. И как вы думаете, что же там будет написано? Ха-ха! Нашли! Сейчас покажу. Да, смотри, смотрите, логин, пароль. Да, мы нашли. Анетка, ты рада? Обалдеть. Ребята, я очень доволен, то, что у нас все вышло. Все, я поехал домой и будем заходить на этот аккаунт, посмотрим, что же там. Короче, ребята, пока мы едем, давайте я вам расскажу, откуда же все-таки у меня этот аккаунт. Этот аккаунт мне отдал один мой подписчик с Полтавы и говорит, я этот аккаунт запрячу, если найдешь, он твой. Если не найдешь, все, аккаунта нема. Но, ребята, мы-то брейна, мы-то аккаунт нашли. Мы-то по мусоркам лазить не боимся. Ну, иногда. Иногда боимся, но вообще не боимся. Так что, ребята, просто прожмите лайк за такой контент, все, уже подъезжай к дому. И главное, ребята, что при приходе не было подтверждения по смс-ке, чтобы мы зашли, просто введя логин и пароль. Ну что же, ребята, я зашел на этот аккаунт. Просто посмотрите. Ранг Silver 2, ранг Silver 1. Ранги самые обычные. Айдишечка начинается на единичку. Но самое-самое главное, то что он в клане Маслята. Да, ребята, это не шутка. Ну а как вы знаете, чтобы попасть в клан Маслята, надо или быть жестким донатером, или жестким киберспортсменом. Ну а как мы видим, он не жесткий киберспортсмен, значит он жесткий донатер, значит у него очень дорогой аккаунт. И это означает то, что этот аккаунт очень-очень дорогой. Но, ребята, самое-самое главное, то что этот аккаунт я хочу подарить кому-то из вас. И чтобы получить данный аккаунт, вам надо просто поставить лайк прямо в эту секунду, подписаться на мой канал и написать в комментариях, почему я должен подарить этот аккаунт именно вам. Блин, ребята, он еще в клане Маслята, я просто в шоках. Ну что же, в соревновательном режиме КД 1.05, ну, ребят, довольно-таки стандартная, ну, хотя бы плюс свой КД, это уже хорошо. Процент побед 41%, ну, ребят, слабоватенько. Как мы видим, ранги. В ММе Silver 2, в союзниках Silver 1. Ну, конечно, да. Конечно, видим то, что, ребята, по скиллу отмена, охрана отмена. Лучший ранг в союзниках Silver 3, плоховатенько. Общая статистика. О, а вот тут-то уже все в порядке. 1.43, 515 часов. То есть, как мы, ребят, видим, тут все более-менее нормально. Давайте посмотрим историю матчей, что же тут есть интересненько. Как мы видим, то, что он последний матч играл сегодня в 11.46. То есть, он мне этот аккаунт отдал примерно в 15.00. Но последний раз он играл сегодня на этом аккаунте. Так, все, ребята, давайте посмотрим, как он обычно играет. А он играет на последних местах, посмотрите, ты чё?
2 килла! Обалдеть! Да, ребята, я не удивлен, то, что он решил уйти из стендов. Так, а тут что? Тут он играл 11 на 5. Ну, ребят, все равно слабоватенько, слабоватенько. А тут как? А тут как? Тут он играл 5 на 12. Ну, конечно, ребята, я вам скажу честно, по рангу охрана отмена. Так, ну ничего страшного, ребята, потому что самое-самое главное это инвентарь. А тут инвентарь, я уверен, будет очень-очень крутым. Так, ну что же, ребята, что же я тут вижу? Я вижу то, что он состоит в клане Маслят, ребят. Еще раз повторюсь, что это эксклюзивный клан. И кто-то из вас получит этот аккаунт. Я думаю, это будет очень круто, потому что кто-то из вас получит аккаунт с маслятами сразу и крутым инвентарем. Заявочки в друзья, ребят. Ну тут все по дефолтику. Как мы видим, очень-очень много еще свободных мест. То есть, как мы знаем, лимит по друзьям 300 друзей. Еще можно добавить 200 плюс человек. Так, ребят, ну теперь давайте посмотрим личное сообщение. Просто посмотрите, что ему пишет личное сообщение. Привет, какой-то Боба ему пишет. Какой-то Вектор, это платно, нет. У кента аккаунт взломали. Короче, ребята, тут просто лютейший трешняк. Давайте прямо сейчас мы уже перейдем к нему в инвентарь. А вот тут-то будет реально очень-очень интересно. Так, я закрываю глаза. Надеюсь, вы все готовы, ребята. Я просто закрываю глаза. 3, 2, 1 и... Мать моя женщина, посмотрите, просто посмотрите, я в шоках, раз, два, три, четыре, пять, ФРС бокс, Origin бокс даже есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ножей, обалдеть, посмотрите, какой крутой тант, вау, ребята, и этот аккаунт может быть кого-то из вас. Вам просто лайк и подписку. Я просто в шоках, братан, спасибо тебе большое, то, что ты этот аккаунт подарил мне. Но я этот аккаунт переподарю подписчикам. Вау, какой же он крутой, ребята. Вы просто посмотрите на все эти арканы, на все эти ножички. И давайте-ка мы один фуриас боксичек. Один, один можно. Откроем, откроем. И что же нам выпадает, ребят? Desert Eagle Winner. Ну, ребят, пойдет. Неплохо, неплохо. Блин, даже есть перчатки. Как же много всего. О, вау, какие крутые легендарки. Какие крутые 5-7. Посмотри, Desert Eagle Dragon. И, ребят, посмотрите, наклейка с Хэллоуин коллекции. У меня просто не то слово, одни эмоции, отвечаю, одни эмоции. Как мы видим, то, что это аккаунт донатера, потому что, ребята, пас куплен. Также еще, помимо паса, еще ассистенс коллекция куплена, потому что я вижу, ребята, пиксель шторм с ассистенс коллекции. Все, ребята, листаем самый-самый низ. Что же мы еще интересненько видим? Медалька! Давайте мы ее сразу применим. А, не, это не медалька, извиняюсь, это стикер, это наклеечка. Да, ребята, конечно, я скажу честно, я в шоках. Я, ребята, реально в шоках от того, насколько же это крутой инвентарь. И самое-самое главное, на нем еще 1462 голды. Просто, ребята, прожмите за это лайк, потому что мы прямо сейчас вместе с вами еще купим. Знаете, что мы купим? Мы купим 10 кейсочков, потому что я хочу, чтобы у моих подписчиков был легаси. И прямо сейчас, ребята, я попробую реально ради вас, ради моих любимых подписчиков выбить легаси. Я понимаю, то, что это будет очень сложно, но тем не менее... Давайте, ребята, то есть я хочу еще, помимо того, что тут и так уже 5 ножичков, еще хочу выбить пару крутых скинов. Уже выбил MP7 Лич. Сразу, первое открытие, сразу MP7 Лич. Но, ребята, хэштег не поганенько, хэштег неплохо. И хэштег поехали. Так, делал бустицкий на Легаси, на Старфол. Так, 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 давай, 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 давай. Легаси, прошу, выпади. Так, ребят, давайте сделаем секретное заклинание. Легаси ради мусорки. Погнали. Блин, ребят, вот если подумать, как-то реально звучит довольно-таки смешно. Я нашел этот аккаунт на мусорке. Да, ребят, счет пока что охрана отмена. Но если, ребята, нам ничего хорошего не выпадет, я не поленюсь. И я все равно перекину вам голды на нож, который вы захотите, чтобы вы могли сами купить. Так, все, ребят, давайте делаем буст 1, делаем буст 2, дальше делаем буст 3, делаем буст 4. Поехали, почины, поехали, поехали, поехали. И мне выпадает, как вы думаете, что? Давай, ты дядь Фэйбл. Ой, хорошо, а справа-то был Dragon Glaze. А вы это видели, справа был Dragon Glaze. Тех-9 Фэйбл. Кстати, ребята, очень крутой скин. И давайте-ка мы его применим, потому что, если я не ошибаюсь... А не было Тех-9, посмотри, не было Тех-9. Нормального, не было нормального Тех-9. Так, ребят, у нас осталось еще 7 попыток, еще все впереди, поэтому давайте прямо сейчас... Ахавай, махавай! Аркану нам давай! Опа! Аркана! Аркана, я сказал Аркана! Не, ребят, я Рарку не говорил! Вы слышали Рарка? Я не слышал! Так, ребят, у нас осталось ровно половина попыток. Давайте прямо сейчас... Dragon Glaze ради семьи, ради подписчиков, ради мусорки!
Ух ты, блин! Опять им постемлич. Да ты шо? Ну, ребят, ну, Митя, вы слышите? Дайте нам чуть нормально. Слушай, может, крафт сделать? Не, на крафт не хватает. Так, ребят, осталось ровно 5 кисточков. Давайте прямо сейчас. Не знаю, вот я хотел бы или эмочку самурай статрек, или легаси. Вот, скажу честно. Ну, да, ребят, я зажрался, но немного. Но вместо всего, чего я хотел, нам подает Desert Eagle Ace. Ну, спасибо за это, но я хотел чуть получше. Я, конечно, все понимаю, но я хотел чуть получше. Раз буст, два буст, три буст, четыре буст. Проворачивай. Я чувствую, сейчас будет легаси. Я закрываю глаза, ребят, я чувствую, сейчас будет какой-то ножичек. Я чувствую. Блин, он пролетел, он слева был. Ну, капец, вот это обидка. Так, ну что, давайте еще раз. Ну, пожалуйста, хочу ножичек хоть какой-то недорогой. По-братски, ради семьи. Давай. Блин, я-то думал, обратно по землищу выпадет. Я уже обрадовался. Так, ребят, две попытки, но ничего. Надежда помирает последней. Потом почему? Что мы делаем? Мы делаем. Опа! Открываем денега легкой руки, и нам выпадает. М110 кибер. Не, конечно, спасибо большое, пацаны. Но я хочу легаси. Если ты еще не выпадешь, то ты будешь засранкой и говнюком. Вау! Да! Из последнего! С последнего кисточка! Обалдеть! Старфол! Я знал, ну что выменю! Обалдеть! Просто сразу применяем! Вы посмотрите на вот это! Вы посмотрите! Я просто в шоках! Короче, ребята, прямо сейчас проживите лайк за такое крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, чтобы получить этот аккаунт. Я просто в шоках! С вас лайк, подписка! Обнял, приподнял! Пока!